Всем привет-привет, я Света. И сегодня у нас колючая тема. Кто любит кактусы, присоединяйтесь. Посмотрим, как они себя чувствуют после выхода с зимовки. Итак, приступим. Вот они, красавцы. Но особо подробно останавливаться на названиях не буду. Покажу только те, которые чем-то себя проявили за это время. Вот, и давайте покажу вам астрофитум козерогий. Вот, и видите, да, у него есть бутончики, даже два. Вот, так что два цветочка скоро будет. Так, здесь у меня пошли небольшие кактусы уже по размеру. Сразу обратим внимание Михановича, гимнокалицу. И вот я думаю, что вот у него сверху, там особо, конечно, на камере не видно, но глазом это видно, что у него вроде бы как там есть бутоны. Мне кажется, даже не один. Парочка точно есть. Ну-ка, сейчас, может быть, в каком-то другом ракурсе получится показать. Вот видите, там розовеет сверху точно бутончик. И вот мне кажется, снизу тоже что-то такое есть. Вот, жду от него, жду. У него красивые розовые цветочки. Далее, вот такой гимнокалициум. Ну, вроде бы как балдианум, но не уверена. А вот, шел он без названия. Ну, у меня и без всяких зимовок цвел прекрасно. Вот, видно, что у него два бутончика развиваются. Все с ним хорошо. У него цветочки такие бежево-зеленые, что ли, их назвать. Такие шишечки милые. Вообще гимнокалициумы, конечно, нравятся тем, что они вот, ну, беспроблемные в качестве цветения. Без всяких танцев, с бубнами. Дальше быстренько так пробежимся. Вот такой натокактус Юбельмана. Вот, надеюсь, что он тоже зацветет. Не знаю, ну хочется посмотреть. У него должны быть тоже красивые цветочки. Но растет он так активно, видно по нему, что вот он растет. Чего не скажешь про вот эту сулькарибуцию рауши. Блин, она такая маленькая, что даже камера на ней не фокусируется. Вот, она кустовая такая, должна кустиком таким расти. Но пока вот она одна, толком не видно, что она растет. И растет ли вообще. Вот, рядом. Так, забыла, как называется. Эхиноцериус ригидисимус. Такая розовая прелесть. Вот тоже эхиноцериус. Хотелось бы тоже увидеть, как он цветет. Ну, наверное, вряд ли. Мне кажется, он еще маленький. Так, какая-то плюмоза мамиллярия. Вот. Она цвела зимой. На данный момент я, по-моему, не вижу на ней никаких бутонов. Пока нет. Так, это у нас Эхинопсис гибрид. Под таким названием он продавался. Хочу увидеть от него цветок домашний. Покупала я его с отцветшим цветком. И потом он у меня выпустил еще один цветок. Красивый, офигенно просто. И я бы очень хотела, чтобы он у меня тоже зацвел. Вот там есть пушочек, вот тоже, да, пушочек. Но это, по-моему, вот как раз
от прошлогоднего цветка остались. Вот. Но я наблюдаю, потому что мне кажется, что, возможно, вот этот вот... Не знаю. Очень хочется верить, что будут цветы. Так. Неопознанный. Какая-то, может быть, опунция. Такой крестатный. Следующая группа кактусов. Нет цветущих у меня. Вот такой мохнатый. Видели недавно мужчину, преподавателя в каком-то вузе? Уволили за то, что он фотку с подобным кактусом выложил в общий чат. Неприличным показалось. Вот у меня тоже свой неприличный кактус. У меня, кстати, их несколько, да? Неприличных. Так, вот такой немного уродец. Все жду, когда он отрастет, чтобы его, наверное, срезать, вот эту некрасивость. Вот. Вот этот должен цвести. Эхинопсис скалохлора. Но у меня он никогда не цвел, а у меня он уже очень-очень давно. Вот, может быть, после этой зимы, может быть, я надеюсь, что-то и получится. Вот он сейчас вот такой формы, потому что он как вот сдулся зимой, так вот пока что-то и не надувается. Может быть, и не надуется. Не знаю. Так, а вот эта Далихотелия, она цветет всегда. У меня она цветет всегда. Вот там бутончик, то ли он уже отцвел, то ли собирается. По-моему, этот отцвел. Значит, он буквально вот недавно я видела на нем цветы. Вот. А, ну вон какой-то бутончик там сзади. Вон. Всегда цветет. Зимой не поливала, все равно цвел. Так, что такое? Так, и переходим к следующей, последней группе кактусиков. Вот две штуки. Хамицериус сильвестри. Вот такие колбаски. Должен расти такими длинными колбасками. Цвести красивыми красными цветочками. И вот там, вот я не знаю, это вот детка. Или это цветочек. Может в таком маленьком размере растения цвести. Вот сейчас наблюдаю за этой пимпочкой. Что это? Детка или цветочек? Вот, но он, видно по нему, зеленые макушки, что он тронулся в рост. Все, с ним хорошо все. Последний мой кактусик маленький, совсем малыш, Матукана пауцикостата. Во. Пока особого роста я не вижу, но она была чуть-чуть подздутая, сейчас надулась. Вот, сейчас жду, как должна пойти в рост, по идее, надеюсь. Она совсем малышка еще. Так, ну и на этом все мои кактусы закончились. Всем спасибо, всем пока-пока.